Всем привет! Сегодня вот у деревца мы посадили. Это нектарин. Там было раньше другое. Какой сорт нектарина, мы не знаем. Мы пришли, покупали, говорим, надо нам нектарин. Напишите нам название сорта, сортов, какие. Не написали, так что просто нектарин и все. И еще. Соседи работают, шум стоит. Тот нектарин тоже выкопали. Выкопали, посадили новый. Тоже нектарин называется нектарин. Вот такой вот. И заменили персик Frost, который у нас был, на персик Red Heaven. Red Heaven. Это мы тоже сегодня купили, вот посадили, пересадили, потому что что-то с фростом не так. То ли он еще спит долго, то ли еще что-то. И поэтому мы выкопали эти нектарины, которые, ну, может, они действительно спят. Потому что у нас есть еще груша, которая тоже долго спит. Почему-то, может, тоже пропала. В общем, мы пересадили их отдельно. От курей отгородили, камни во грибут. Лена вот говорит, что от курей камнями отгородили, потому что грибут. И мы вот пересадили сюда. Да, густо. Но нам их садить некуда. Мы посадили сюда, какой из них примется, посмотрим. Ну, может, какой-то живой все-таки. На всякий случай решили оставить, не хотим выбрасывать. Потому что, ну визуально они, ну, вроде как живые, но почки не просыпаются. Что делать, мы не знаем. А чего я в шапке? На улице тепло, а я вот это в шапке. А я работаю в доме, там кирпичики кладу. А там прохладно, холодно. На улице лучше, чем в доме. Ну вот, вот в общем, вот так вот. Вот сегодня вот такой у нас вот день. Пересадили. Лена занимается тем, что там садят сейчас лучок. Тоже купили лучок. Садим верпашек. Будет у нас на осень хороший, крупненький лук. Ну все, всем пока, встретимся в новых видео.